Добрый день, с вами Виктория. Сегодня готовим кексы, яблочные кексы на кефире. Для приготовления нам понадобится 2 яйца, 2-3 средних яблока, 70 мл растительного масла, кефир, сахар, мука, экстракт ванили или ванильный сахар, разрыхлитель, немножко сока лимона и щепотка соли. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если вы достали кефир сразу из холодильника, то поставьте его на 30 секунд в микроволновую печь. В миске смешиваем 2 яйца, щепотку соли и 150 грамм сахара. Все немного взбиваем венчиком. К яйцам и сахару добавляем кефир и 1 столовую ложку экстракта ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. Все немного перемешаем и просеем 230 грамм муки. Добавим разрыхлитель, у меня 2 чайные ложки, это примерно 10 грамм, и все хорошо тщательно перемешиваем. И в конце добавляем 70 мл растительного масла без запаха. И еще раз перемешиваем. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто. Не слишком жидкое и не слишком густое. И теперь подготовим яблоки. У яблок убираем сердцевинку и очищаем от кожуры. Яблоки я буду натирать на мелкой терке. У меня маленький ребенок. Он не любит присутствие кусочков, поэтому я натираю. Если же вы любите с кусочками, то можно просто яблоки мелко нарезать. Чтобы яблоки не потемнели, их можно взбрызнуть половинкой сока лимона. И добавляем их в тесто. И еще раз перемешиваем. Подготавливаем формочки. Подойдут либо силиконовые вот такие формочки, или вот такие, либо бумажные капсулы, которые нужно положить металлические формочки вот таким образом. Силиконовые формочки можно ничем не смазывать. Духовку я поставила заранее разогреваться на 180 градусов и заполняем формочки тестом. Отправляем кексы в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаться на 20-25 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Маффины у меня запекались в течение 30 минут, проверяем их деревянной шпажкой. Кексы перекладываем на решетку или на блюдо. Даем им немного остыть. Друзья, маффины, приготовленные по такому рецепту, да еще с яблоками, получаются очень красивые, вкусные, пышные и ароматные. Сезон, когда яблоки в доступе или растут даже у всех на огородах, грех не приготовить такой рецептик. Сейчас я вам достану один и покажу, какой он получился. Посмотрите.
Красивая румяная корочка и немного влажноватое тесто с небольшой яблочной кислинкой. Получается очень-очень вкусно. При желании кексы можно присыпать сахарной пудрой. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.